Сегодня мы начинаем второй Севастопольский бал на Нахимова. Дорогие друзья, для нас очень приятно, что сегодня так много жителей, гостей города собрались на этой площади. Танцы позволяют еще больше как бы быть более галантным, благородным. Быть ближе. Да, быть ближе. А сегодня не театральное представление, это бал, здесь могут все участвовать. Этим и прекрасен бал. Вы можете попробовать свои силы на этой прекрасной бальной площади. Чувствую единение с жителями Севастополя. Они все веселые, довольные, смотрят на нас, повторяют за нами, улыбаются. На самом деле я не ожидал. Это возможность показать всем, чего стоит данный бал, почему стоит на него прийти, почему не стоит бояться, почему стоит попробовать. Возникало волнение, но мы все равно собрались, решились. Давай потанцуем.